Всем привет! Сегодня я приготовлю турецкое блюдо пиде. Тесто я уже замесила. Для теста мне понадобилось 400 грамм муки, 200 миллилитров теплой воды, 50 грамм подсолнечного масла. Один лук я измельчила блендером, добавляю его к фаршу. Измельчила блендером один болгарский перец, добавляю его к фаршу. Затем добавляю измельченные помидоры. Добавляем соль, перец и ваши любимые приправы. И все это тщательно перемешиваем. Не забудьте добавить зелень. Наше тесто на три равных кружочка, и каждый кружочек раскатываем в овал. Выложила тесто на противень, следом выкладываю фарш. Далее повторяйте, как показано на видео. Отправляем наше пиде на 200-220 градусов в духовку до румяной корочки. Добавляю сыр. Отправляем в духовку до румяной корочки. Приятного всем аппетита!